помогаю всегда, спасибо большое, что всегда поддерживаю их, помогаю, что я глухая, мне бы много не понимаю, переписывается, много времени теряется, а переводчик много решает вопросов, помогает. Я звоню и на связи с этой семьей постоянно. Я вчера даже в 9 вечера с ней еще переписывалась, то есть мы постоянно на связи. Я решаю все их проблемы, это суды, это адвокаты, это реальные какие-то там действия. Звоню по любым их просьбам, то есть куда-то нужно позвонить, подключить. Вот. Ну, на сегодняшний день у нас в центре соцобслуживания Ленинского района, на моем обслуживании они состоят 80 человек. Ну, связь с ними я и в скайпе, и в WhatsApp, и Viber. Я всегда с ними на связи, то есть постоянно с ними общаюсь. А сейчас новая услуга через третью поликлинику, скайп, они со мной тоже связываются. Я в процессе вот помогаю общение пациента с врачом. Светлана Николаевна, здравствуйте. Третья поликлиника. К нам обратился инвалид по слуху. Нужна ваша помощь. Я поняла. Спасибо. Она говорит, раньше было сложно, она приходила, при общении было сложно. А сейчас она часто ходит в поликлинику, ей удобно. Записаться к врачу. Анализы она входит часто сдавать, ей удобно, анализ крови она сдает, вот она ходит на ЭКГ, ей удобно. Анна Николаевна, к нам обратился инвалид по слуху, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Хорошо. Вот я же жалобы в год ловила. А дома что-нибудь принимала? Нет, не прям применяю. Голова не... Конечно, мы планируем свою услугу развивать дальше, сурдовидеопомощь. Пока к нам подключилась, к нашему проекту, только третья поликлиника. Там мы подключили веб-камеры, как уже видели, все, услуга работает. В дальнейшем мы хотим охватить все поликлиники города Могилева, где обслуживаются глухие граждане, чтобы у них был безбарьерный доступ к врачу, чтобы оказывать медицинскую помощь оперативно и доступно. Здравствуйте! Я рада вас сегодня видеть здесь. Мы продолжим наше занятие. Сегодня мы будем обучаться навыкам жестового языка. Давайте разучим дни недели. Это понедельник, вторник, среда, четверг. Здравствуйте! Спасибо. Какая у вас проблема?